Помимо этого сказано, что ты будешь уважать Ирис, считаться с ее мнением и желаниями, а... К делу, папа! А то я теряю терпение! Изволь! По просьбе Ирис я расторгаю этот брак. Ты говорила, что будешь со мной до самой смерти! И я сдержала слово. Потому что Ольгерда, которого я знала, больше нет. Не так просто отказаться от данного однажды слова, поверь мне. Ты останешься здесь навсегда. Довольно! Ты не будешь нам приказывать! Ты... Отец! Отец! Нет! Эй, слуги! Забрать эту падаль и бросить трупоедам!